Когда я занимал пост в ЦРУ, мы обнаружили, что животные переживают путешествие через портал интерфейса из плоти гораздо лучше людей. Один из наших подкинул идею отправить через интерфейс несколько священных майн, ибо они мастерски подражают услышанным звукам. Это было самым продуктивным предложением после попытки отправить диктофон. Интерфейс отвергал неживые объекты. Мы также пытались привязать диктофон к черепахе, но опыт провалился по многим причинам. Мы отправили птицы, и они вернулись назад без какой-либо оболочки, но со следами типичных жидкостей на оперении. Те из нас, кто придерживался теории об инопланетной расе, надеялись на то, что птицы смогут воспроизвести их речь. В действительности они имитировали странную напевную речь, напоминавшую звуки флейты. Музыка представляла определенный интерес, но когда все птицы начинали петь одновременно, музыка производила явный неприятный эффект. В конечном итоге кто-то из сотрудников отдела умертвил всех птиц, но мы так и не нашли убийцу.